Жители Суджи говорят, что при Украине у них все в порядке. Никто их не трогает. Заходьте, Суджа! Дорогі суджани, заходьте безкоштовно, беріть все, що вам треба. Прийшли українці вас рятувати. А українські воєнні сказали, щоб куряні жили спокійно. Достатньо вам, так? Да? Як, ви раді українців бачите чи ні? Ну, пока ви... Ну, хорошо відносите. Саме головне, зрівняти з тим, як ваші військові зайшли в Бучу і Ірпінь, я вам хочу сказати, то... Саме головне, пити, їсти, єсть все, так? Да? Ваші новини преподносять, ну да, преподносять, що ми вас тут вбиваємо. У нас ні телефону, нічого ми не знаємо. Вакуумі, так? Да? Це ви нам тільки говорите, а ми не знаємо. Командир, прекрасно війни знаю, пропаганда, все. Нагнітання. Спасибо вам, спасибо, да. Да. А так в этом отношении обеспечили, молодцы. Все, благодарю вас. Да. Все, берегите себя, удачи вам. Власть народ бросила на произвол, поэтому народ решил поступать так, как и власть. Добрый день. Я вибачаюсь, вы местный мешканец? Да? Что, вас украинцы не обижают? Нет. Нет, вас все есть, пить, хватает всего. Да есть, пить, мы в магазины ограбили. Ага. Ну что делать? Не, ну правильно, ваши... конечно. Это же ваше все, это же не наше. Водички набрали питьевую, консервы взяли. Во все у вас хорошо, никто вас не обижает. Ну да, что там, есть-то ничего, бачите. Не, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, а что? Нема ж. Ви скажіть, ви суджі самі? Ви місцеві мешканці? Ну, я з границі. Ага. Ну, мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцеві самі? Так, да, так. Да. Ну все нормально, українці вас не обіжають? Ні, ні, ми ж дружини, господи. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, це все государство, правительство. Ми ж вас не винні. І знаєте, що пугає? Що для всіх війна почалась в феврале 2014 року. А коли ж почалась війна для жителів Курської області? Ми поговорили з некоторими беженцами из Суджи в пункте временного размещения, который находится на базе общежитий одного из университетов. И они сказали, что мы здесь с начала войны. Я спросила, то есть вы здесь с 22-го года? Они сказали, нет, мы здесь 6 дней. То есть для них война началась, вот, получается, уже неделю назад. Я спросила, что же было до этого, а до этого мы просто жили. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. И обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить.